Друзья, Дмитрий Степанович, я вам представить своего коллегу. Мой коллега Владислав Черепанов покажет что-нибудь сольное. Я хочу сказать, что буду петь я сейчас. Пею роль, ничего кроме этого слова от него не осталось. Родители, господа рыцари сочиняли мелодии, записывали их и издавали, будучи богатыми людьми, эти мелодии. Они приглашали жонглеров. Владислав Черепанов. Радость от жонглёра. Дмитрий Степанович. Обжой венде мора, ой, усвое, айдре, уэбэ на мора, де тото на хайле, и на Любви.
С собой на диске, подойдите ко мне, есть это. Себе Аланчелли. Дим, можно я учить этого диска очень легко решу? Загадай загадку, отгадай, подари. Для этого думать надо. Я и сейчас не могу. Ну ты умный, у тебя много вопросов всегда. Поздравляю, Василий, с дебютом. Поздравляю, девочка. Все хорошо.